2023 был для Агаты Муцениец довольно сложным в плане работы. Именно поэтому сразу же после встречи Нового года она отправилась в отпуск, оставив детей, сына Тимофея и дочь Мия, Павлу Прилучному. Сначала знаменитость отдыхала на Мальдивах, а затем перебралась в Таиланд. Агата после развода свою личную жизнь старалась не афишировать. Она часто публиковала в личном микроблоге фотографии со своего отдыха, но на них всегда позировала одна. Но на этот раз она решила сделать исключение. Актриса публиковала небольшое видео, на котором запечатлена не только ее поездка на байке, но и спутник самой знаменитости. Избранником Агаты оказался стоматолог, хирург, имплантолог Александр Скаленко. Мужчина родом из Саратова, но уже давно живет и работает в Москве. С Муцениецем он знаком уже почти 3 года. Пару лет назад они вместе пришли на одну из столичных премьер, где Соколенко ошибочно приняли за Клима Шпенко. После того случая Муцениец заявил, что на снимках попавших в СМИ вовсе не женатый режиссер, а совсем другой мужчина. Открыто о своих новых отношениях Агата Муцениец не говорит. Некоторые поклонники знаменитости уверены, что их роман с Александром возобновился вновь. Другие же считают, что пара никогда и не расставалась, а их отношения на самом деле длятся уже более 3 лет. Сама актриса не спешит раскрывать все детали совместного отдыха с Соколенко. Фанаты Муцениеца поздравляют ее с началом новой, счастливой личной жизни. Некоторые комментаторы даже пишут о том, что новый избранник актрисы гораздо более симпатичнее и доброжелательнее ее бывшего мужа. Правда, некоторые хейтеры считают, что новая публикация и знаменитость не более чем обычный пиар-ход. И желание доказать Прилучному, что и у нее на личном фронте все отлично. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.